Это вот один из первых телевизоров, который вот мне лично видеть не доводилось. Смотрите, какой маленький экранчик. Вот. Тут видно было вообще до безобразия плохо. И вот для этого использовали вот такую вот штуку. Вот так вот все это ставилось. Вот как-то вот так. Вот так. Представляете, какое там было изображение? Вот что-то похожее, кстати. Вот этот телевизор у нас был КВН-49, а вот этот у нас телевизор Ленинград Т2, да? Тоже экранчик очень маленький. И тоже здесь использовалась вот такая вот штука, что-то типа линза, но здесь получается как своего рода аквариум с выпуклым стеклом. И, насколько помню, сюда заливалась водичка внутрь, и получалась вот такая вот линза. Все это дело прикручивалось, и вот так вот смотрели первые телевизоры. Так что вот так оно все выглядело, так сказать, в самом начале своего развития. Сейчас, конечно же, телевизоры немножко другие. Почему-то они цветными стали, какими-то более плоскими. Но было вот так. Этот телефон мне еще не понял, кто помнит эту штуку, кому доводилось заниматься фотографией? Фотоувеличитель Ленинград. Все время была такая шутка: хочешь разорить соседа, подари ему фотоаппарат. Не отвечает.